Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Перед вами жертва перелива. Я замечталась и полила фиалку больше, чем нужно, один раз. И когда уже поливала в следующий раз все остальные, полила ее еще раз. И получилась вообще каша. Корни, конечно, еще немножко живые. Она сама тургор не поменяла, она не вялая, у нее все в порядке с листочками. Но земляной ком был просто весь в воде. И как результат, вот просто полностью мокрая бумага, которую я ей подстелила. И сейчас ее нужно менять. Вот это так нельзя делать. Вообще-то это катастрофическая ситуация для фиалки. И она не должна стоять вот в такой вот очень мокрой воде. Вот я сейчас трогаю, ну просто все мокрое. Итак, что же делать, когда перелили фиалку, когда вы замечтались или не рассчитали и так далее и тому подобное. Итак, если такое случилось, что мы делаем? Всегда достаем из стакана. Достали стакан, убрали. Горшок, стакан убрали. Так, берем бумагу, салфетку и что у вас есть под рукой такое, что очень хорошо впитывает влагу. Много-много слоев, можно 5, можно 6, можно 10. Делаем подушку, подушечку и ставим это все на бумагу. Все, поставили. Пусть себе стоит, и эта влага, она впитывается лишняя в торф. Вот смотрите, уже пошла. Гляньте, сколько. Вот какая я мечтательница. В общем-то, хорошо, что хоть увидела, потому что вообще классная. Вы посмотрите, какие листья здесь у нее шикарные. Я вот так вот, такая вот, раз такая. Ну, что поделаешь, всегда, иногда бывает, иногда случается, но, как правило, я больше пересушиваю. Итак, стоим, впитываемся. Если видите, что бумаги маловато, добавляете под низ, и пускай она впитывается. Впитывается через какое-то время, там, через час, через два. Смотрите, если нужно поменять, опять меняете. И таким образом все это вытаскивается, лишняя влага. Саму фиалочку нужно снять с окна. Нельзя ее в таком виде ставить на подоконник и проветривать, потому что торф очень влажный и очень быстро остывает. Лучше поставить ее на такую какую-нибудь поверхность, где-то на стол, на кухне, где тепло, хорошо и уютно, без сквозняков. Теперь, после такой вот процедуры, когда у вас уже торф нормализовался, вы трогаете, что он уже влажненький, не сильно мокрый, что нужно делать? Мы ставим назад в тару и наблюдаем. Глаз с этой фиалки не спускаем. Смотрим, наблюдаем, и если вдруг что-то не так, если вдруг начался перелив, если вдруг мы не успели, значит, нужно срочно спасать, переукоренять и так далее и тому подобное. То есть наблюдаем, глаз не спускаем. И вот пока я вам рассказывала, смотрите, сколько воды выбежало. И можно опять вот, можно перевернуть, я обычно вот так делаю, но там саму по себе потихоньку впитывается. Опять же, можно больше сделать подушку. Многие ставят на батарею. Я не рекомендую ни в коем случае не делайте такой глупости, потому что может быть очень жарко, и оно у вас просто сварится. Нельзя. Просто на стол, на подушечку вот такую из бумаги, из какой-нибудь тряпочки, пускай она себе впитывается и периодически эту подстилочку меняете, и лишнее влага быстренько уйдет. Повторяюсь, 150 раз буду повторяться, обязательно наблюдаем за этим сортом, за этой розеткой. Если вы на дно накидали пенопласт, то пенопласт вам не отдаст лишнюю влагу, значит, вы оббираете пенопласт, понятно, а потом ставите уже голую торф на вот такую вот замечательную подставочку из-под бумаги. Но многие скажут, что пенопласт – это вот вся панацея, и нельзя залить с пенопластом. Все можно залить, и с пенопластом можно перелить и так далее и тому подобное. Поэтому все в этой жизни бывает. Если перелили, и у вас на дне горшка пенопласт и очень влажный торф,
вы берете и вот таким образом просушиваете сам ком. Это когда вы вот в момент полива, буквально в течение дня, заметили, что вы очень много дали воды. Очень важный момент, если уже в таком состоянии у вас вялые листья, значит, не надо стоять и ждать, нужно срочно разбирать корневую, срочно смотреть, что там случилось, потому что если вялые листья и мокрая земля, это у нас загнивание корневой, и действовать нужно срочно, немедленно и быстро. Есть у меня цикл видео на эту тему. Там я рассказываю, показываю, как я укореняла, процесс от загнивания до укоренения. Все есть, пожалуйста, ссылки в описании на двух каналах, на Фиалка-Фиалка и на Юля Рома. Есть вот эти видео, пожалуйста. Очень прошу всех, кто еще не сталкивался или у кого такая проблема, что вялые листья и мокрая земля – это загнивание корневой, посмотрите и срочно принимайте меры. Когда у вас мокрая земля и вялые листья, если вы просто прольете Превикуром, к примеру, каким-нибудь фитоспорином, это не поможет. Нужно обязательно доставать фиалку, вытаскивать и спасать ее, потому что Превикур, да, он останавливает, но не тогда, когда это гниль, просто весь горшок – это одна сплошная гниль, понимаете, в чем дело? Поэтому вот эти нюансы прошу вас учитывать. И если вы перелили и тургор нормальный, все в порядке, просушили, поставили. Больше, когда поливаем фиалки, сильно не мечтаем, внимательно смотрим, сколько мы поливаем. На этом все. Спасибо за просмотр. Если будут вопросы, обязательно задавайте. Я по возможности всегда отвечаю. Иногда бывает, что сообщения не приходят. Пожалуйста, повторяйте свои вопросы. Если я в течение дня двух не ответила, пишите опять под другим видео, потому что колокольчики не всегда приходят. Спасибо за просмотр, красивых цветов, хорошего настроения, до новых встреч, до свидания.